Предприятие «РЭН-Нягнефтегаз» поддерживает авторов технических новшеств и усовершенствований. Ключевыми являются решения для оптимизации производственных процессов с учетом самых высоких стандартов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Евгения Самойлова расскажет подробнее. Вот это у нас электродвигатель. Это центробежный насос. Они соединяются между собой двумя полумуфтами. При обслуживании насосного агрегата нужно полностью разобрать подшипниковую камеру, провести ревизию торцевого уплотнения. А для этого требуется демонтировать полумуфту. Снять ее можно только путем нагрева, а здесь возникают риски. Инженер-механик Сергей Спасенов придумал, как их можно избежать. Рационализаторское предложение исключает все это за счет того, что при помощи индукционного тока происходит именно нагрев того участка полумуфты, которая нам необходима, и остается нам только снять, абсолютно без выделения пламени. Вот, что тем самым снижает весь риск возникновения пожара на предприятии. Нефтепромысел «Имьёга» – один из самых крупных в РЭН-Нягнефтегазе. И рационализаторские предложения здесь звучат часто. Их обсуждают в цехе, затем подают на рассмотрение в отдел научно-технического развития и инноваций. Для нас, нашей компании, основной задачей является это жизнь и здоровье сотрудников. Поэтому для реализации этой задачи мы направлены на обеспечение непрерывных улучшений системы охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. И наши сотрудники подают нам в этом направлении примеры. И также в рамках стратегии НК «Роснефть-2022» мы готовы принять активное участие. Решение по оптимизации производственных процессов с учетом самых высоких стандартов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды принимаются на всех активах предприятия. Экономический эффект многих предложений исчисляется миллионами рублей. Некоторые наработки применимы не только в РЭН-Нягнефтегазе, но и вполне возможно их тиражирование в других дочерних предприятиях нефтяной компании «Роснефть». Евгения Самойлова, Максим Куксаус, «Вести», Югория, Октябрьский район.